День зимнего солнцестояния, 22 декабря, для Илона Маска сюжет For You. Ты, наверное, никогда не видел, что это такое. Это сфераль. Это объемное изображение плоскостного изображения русской буквицы фита. Говорят, у тебя русские корни. И русская буквица фита должна откликаться в твоем генетическом коде. А что об этом говорят ученые, мы сейчас послушаем интереснейший доклад. Здравствуйте. Здесь собираются мамонты науки, которые продвигают теорию эфира, космизма, изобилия, рая, счастья на планете. И основа этого – природные процессы. У меня все уже работает. Все хорошо. Потому что тренировался на Красной площади. Хорошо. Олег, у тебя аппаратура работает? Все, все нормально, ты готов? Все, Универсальный. Начинаем заседание секции общей физики. У нас сегодня выступает изобретатель Олег Басаргин. Вот такой мы второй эксперимент проводим. Даем слово изобретателю, и он нам, как физикам, что-то, может быть, интересное расскажет. Тема называется «Сферальная модель времени. Физическая модель. Общий цивилизационный и культурный код». Пожалуйста. Пожалуйста. Олег, да? Действуйте. Вам слово. Автор-докладчик Олег Сергеевич Басаргин, исследователь-изобретатель, член-корреспондент Международной академии авторов научных открытий и изобретений, член Московского общества исследователей природы, председатель некоммерческого фонда исследования природы времени. Научный наставник, научное наставничество. Звонов Александр Александрович, заслуженный избиратель СССР, евразийский патентный поверенный, российский патентный поверенный, старший научный сотрудник почтового ящика, специалист в области патентных исследований со стажем более 50 лет, защитой более 10 тысяч изобретений. Сегодня мы услышим аннотацию, введение. Доклад делится на аннотацию, введение, основную часть, цивилизационный код, культурный код, выводы и источники. Аннотация. Поводом к созданию настоящего исследования послужил запрос общественности по теме «Необходимые условия сохранения цивилизации», где человек задается вопросом о фундаментальных основах, создающихся в мире идеологии и консолидированных общественных идей. Настоящий доклад направлен на обнародование части результатов фундаментального исследования междисциплинарного в области физики, биологии, информатики, когнитивистики и исследования природы времени, указывающие на общий цивилизационный и культурный код России в отношении ряда стран. Цитата. «Очевидно, идеи воплощаются сознанием и рождаются коллективным разумом. Выражаясь языком Константина Владимировича Анохина, российского ученого, нейробиолога, профессора, директора Института перспективных исследований мозга МГУ, общество есть когнитом. Когнитом – это гиперсетевая модель мозга. Если это действительно так, то идеи распределены в каждом из нас. То есть мы есть некие пазлы общей мозаики. Настоящий доклад направлен на устранение пробела отсутствия физической циклично-поступательной модели времени. Ибо связь вращательного хода времени должна проистекать из первичной модели, а не просто постулироваться в научных кругах в виде различных формул и теорий. В докладе представлена физическая объемная модель времени, дошедшая до нас в виде плоскостного мирового символа. В форме народной дипломатии обнародование доклада направлено на укрепление международных отношений, дружелюбия и добрососедства. Общественная дипломатия, народная дипломатия. Введение. Пожалуй, время – самое распространенное свойство окружающего нас мира. Трудно найти объект или понятие, не имеющее отношения ко времени. Время неразлучно
с нами воспринимать, думать, чувствовать мы умеем только во времени. Все процессы проистекают во времени. Человеческое индивидуальное и коллективное мыслит в логике времени. В основе логики строятся мысленные процессы. Каждый такой процесс содержит свою модель времени. Мы здесь обратимся к Платону и посмотрим. Две минуты ролик. Космос творится целиком, весь. И этот космос, как другой, нежели Бог, он творится как время. Иными словами, вещи мира состоят для Платона не скорее не из материи, даже термина такого не знает. Вещество, материя. Платон этого не знает. Вещи состоят из времени. То есть время является той, если угодно, сущностью, которая определяет сам факт феномена. То есть время – это время феномена, время – это время вещи. То есть вещь создана из времени, и она не просто живет во времени и умирает во времени, а она и есть жизнь и умирание, становление во времени. Не вещь становится, а вещь есть становление. Вещь – это условный фрагмент времени. Это не некое свойство, некая абстрактная координата, в которых вещь там передвигается во времени. Нет, вещь состоит из времени. И вещь сама по себе, по Платону, есть не что иное, как феноменум и как образ. То есть феноменальная вещь – это образ. И свойство образа, икона, свойство иконичности – это как раз возникать, исчезать или жить во времени. Поэтому икона-образ является самой структурой, самим временем. То есть образ и есть время. Образ создается не во времени, существует не во времени, рождается и умирает не во времени, а он есть время. Он, время – это его содержание. С первых дней рождения дитя получает от родителей информацию об окружающем мире в логической модели, выстроенной в соответствии с причинно-следственными отношениями физики процессов. Физическим процессом строится индивидуальное коллективное сознание. Одним из пространственных свойств сознания является геометрия. Геометрия пространства сознания, сознательная геометрия или геометрия сознания. Каким будет сознание, таким будет и все остальное. Все общественные и государственные узлы, от экономики до государственной безопасности, до стратегической безопасности, являются следствием сознания. Фундаментами сознания служат, в частности, простейшие геометрические пространственные элементы, используемые сегодня в качестве описания картины мира и социальных процессов. Например, сфера – планетарная модель, пирамида – социальная модель, спираль – модель процессов в микромире ДНК и в макромире галактика, а также историческая спираль. На рисунке представлены простейшие элементы. Известна линейная модель времени, имеющая некоторую протяженность, и ее сравнивают с рекой или стрелой времени. Модель линейного времени наделена порядком следования событий, уже свершившихся, происходящих сейчас и когда еще предстоящих свершиться. Именно такое представление о времени доминирует в научной картине мира. Схематичная линейная модель времени и линейный порядок следования событий представляется в виде прямой, деленной на три части – прошлое, настоящее и будущее. Исаак Ньютон в своем труде «Математическое начало натуральной философии» идеи времени сформировал и возвел следующим образом. Время существует само по себе, ход времени обладает одним измерением и везде одинаков, а его отрезки равноправны в прошлом, настоящем и будущем. Идея линейного времени, порядка следования событий и возможность прогрессивного развития общества активно популяризировалась в средние века. Одновременно существовало представление и о цикличном ходе времени, цикличной модели времени.
Арон Яковлевич Гуревич, исследователь культуры Средневековья, указывает: представление о времени как о повторяющемся цикле сохранялось в средние века, также в популярном образе колеса судьбы. Гностические секты придерживались пифагорейской доктрины о переселении душ и круговом времени вплоть до VII века. Цикличное представление о времени родило следующее представление о модели времени в образе колеса, сансары и циферблата. Но что толку в колесе без дырки для оси? Возникло понятие оси времени. Осевое время – термин, введенный немецким философом Карлосом Ясперсом для обозначения периода в истории человечества. Ось времени есть совокупность линейной и цикличной модели времени, представляющей переход к началу циклично-поступательному движению времени. На рисунке красным цветом представлена ось времени, пронизывающая цикличную модель циферблата времени. На рисунке запечатлен попытки высвобождения человечества из плена цикличной модели времени, порождая и проявляя тем самым спиральную винтовую структуру времени. Спиральная модель времени является результатом совокупности всех предыдущих моделей времени и представляет собой пространственную циклично-поступательную окружность в осевом линейном векторе, спиральную пружину времени. На рисунке мы видим примеры. Спиральную модель времени представлена в виде главной молекулы человечества, спирали ДНК – это микромир, и исторической спирали – макромир. В текущей научной картине мира спиралеобразная модель развития предложена немецким философом Гегелем. Однако еще Михаил Васильевич Ломоносов выступал в защиту Российской академии наук, чтобы она перестала быть делом исключительно иноземных специалистов, многих из которых он критиковал как проходимцев и шарлатанов, в идеях которых мы и живем по сей день. В гегелевском образе спиралевидного управления социально-политическими процессами имеется осевой нематериальный вектор. Вот это вот синенький. Это нематериальный вектор. Жизнь с целеполаганием. Это некие лозунги, призывы, что мы идем туда-то или туда-то. Вот. Этот вектор используется в качестве истинного целеполагания структуры управления общественным мнением или процессами. Образ пружины выступает в качестве материального процесса бытия. То есть мы говорим, вот сама пружина, витки пружины, тело пружины – это вот наш материальный мир, то есть наш материальный процессы нашего материального мира. Однако нематериальный вектор осевого фактора времени никогда не пересекается с материальными витками. От этого образуется известное выражение «истина всегда где-то рядом». То есть мы слышим какие-то призывы, какие-то лозунги, но никогда не достигаем их, потому что они физически не пересекаются. Основная общественная проблема заключается в образовательной системе. Она дала представление о галактике как о спирали, также о ДНК и исторической спирали. И известные спирали имеют две направленности – левую и правую. А это двоичный код сознания, когнитивистика. Черное, белое, плохое, хорошее, мир, война. По этому принципу общество и раскачивает, как маятник, якобы всегда предполагается выбор. Основная часть. В конце первой декады второго тысячелетия было изобретено устройство. И в 2010-2014 году Федеральный институт промышленной собственности выдал патенты на полезную модель скрепления плоских, относительно жестких и удлиненных гибких элементов, плюс промышленный образец изделия, форму изделия. Устройство, состоящее из двух зеркально-антисимметричных витков, объединенных промежуточной S-образной петлей. Устройство получило название «Сфераль». На рисунке представлено устройство «Сфераль» в сомкнутом состоянии витков в четырех ракурсах. Материальное устройство – объемное физическое устройство, которое можно потрогать. Устройство «Сфераль»
имеет качественное отличие от устройства винтовой спирали, существенно меняющие свойства винтообразной кривой. На рисунке представлена сравнительная геометрия устройств. Когда мы видим какие-то амплитуды на том же осциллографе, нам не очевидно векторы этих амплитуд, то есть куда они идут. То есть спираль ли перед нами или сфераль сбоку, не видно этого. Физическое устройство спираль представляет собой протяженную волновую частицу. По мнению различных экспертов, никогда ранее не используемую в физике устройство гражданского применения. Иных сведений о его применении нету. Используется ли это в военке, никто не знает. Устройство спираль проявило неожиданные свойства логоса, генератора лингвистических элементов генетического кода, семантического ряда. Другими словами, устройство спираль проявило свойства физического элемента тайнописи. Два зеркально-симметричных витка, соединенных промежуточной S-образной петлей. Он как бы спираль, но не спираль, вот сфираль. Мы его раскрыли, и при раскрытии оно начинает читаться. Буква из всей осветной грамоты. Наш. Буква. Наш. С-село. Еще целый ряд символов, которые не отождествлены, то есть не распознаны мной, имеют яркие признаки принадлежности к языковым системам. То есть мы нашли язык. Знаки и символы правят миром. Модель природы времени и язык в знаках и символах, описывающих бытие, является цивилизационным кодом. Здесь ответ на вопрос источника, откуда мы подходим к теме природы времени, из языковой системы, из неизвестной языковой системы. То есть мы нашли язык, и дешифровка этого языка нас относит к теме времени. Как читается этот язык? Мы, вот научный взгляд, познакомимся с научным взглядом. 3 минуты видео для понимания дешифровки тайнописи устройства сфераль, разновидности фигуры. Здесь 3 года назад у меня здесь был первый доклад «Сфераль. Разновидность фигуры». И как раз Борис Семенович определял тему доклада, как его назвать. И он совершенно верно дал определение «Сфераль. Разновидность фигуры». А это у нас... Фигура генез. Избранные фрагменты из доклада Чебанова. Здесь скорее актуально Аристотель, да? Что информация просто проецирована не одной формы на другую. Вот. То есть это некоторое, таким образом, в итоге видоизменение некоторых фигур, в которых реализуется данная форма, за счет того, что на нее воздействуют другие формы, опять же, посредством реализации своих фигур. И вот суммарно у нас возникает некоторая конфигурация, которую мы можем в наборе одних фигур одной формы проследить следы фигур других форм. И соответственно, как раз, если мы будем рассматривать разные варианты фигуры генеза, то вот мы можем смотреть, как в этом фигуре генезе можно будет различить фигуры генез других форм. Вот это я и называю проекцией. То есть это уже связано с тем, обладаем ли мы различающими структурами. Да, если у нас есть опыт некоторого переживания, то у нас есть, соответственно, те
различающие структуры, которые позволяют об этом переживании говорить. Если у нас этого опыта нет, то, скорее всего, что у нас нет таких различающих структур, или они являются сугубо внешними. А будучи сугубо внешними, они значительно менее плодотворны для такого рода восприятия. Здесь очень интересная же история. Дело в том, что фигуру-то видит наблюдатель, да? И он ее фактически выделяет из фона, эту фигуру. Но при этом он не может по своему произволу это сделать. То есть реальность выступает как соавтор прочерчивания вот этой фигуры. И этот фигурогенез, он таким образом проявляет как субъективные свойства наблюдателя, так и некие объективные свойства реальности, с которой он соприкасается. При этом и то, и другое преформировано. То есть одно внимание наблюдателя преформировано его внутренним миром, а реальность преформирует вот ту форму, в которой она перетечет дальше. И вот эта игра, она очень интересные феномены, наверное, порождает. И где-то здесь, наверное, вот про эпигенетику, то, что Сергей говорил, что вот сейчас эпигенетика, она именно это и пытается исследовать. И, может быть, сам феномен живого, который для нас сейчас тайна и загадка, вот ключ к его пониманию где-то вот здесь, вот в этом саду. В 2012 году была предпринята попытка паломничества в Непал через Тибет, ну, для того, чтобы монахи Тибета прочитали это устройство. Результат экспедиции привел на север Таиланда, где в международном центре Випассана, в монастыре Вантамвуа, королевские монахи прочли в устройстве два семантических образа, ну, две буквы – «отец» и «тигр». «Тигр» – это скорость, время, царь зверей и хозяин леса, а «отец» – это бог небес. Отец всех. Исследования в области славянской семантики, генетических элементов генетического года дяди Станиславовича Гриневича и совокупность изысканий его коллег, лингвистическая волновая генетика Петра Петровича Горяева, совокупность знакомства с языковыми системами всеосветная грамота, буквица, глаголица, церковно-славянский язык, была открыта символика. Были открыты буквы в этом устройстве. Это «наш», «от», «мера времени», «ом», «фита», «мыслите», «зело», «тета» и так далее. Вот одна из ключевых букв – это буква «иже», «мера времени». То есть, вот, собственно, с нее началось исследование. Ну, побочный результат исследования дало понимание, что все буквы плоскостного письма есть проекция на плоскости многомерных объектов. Ну вот фигура Генез Чебанов об этом очень ясно рассказал. При дешифровке, генерируя семантики ренческих элементов, то есть от языка, мы приходим к пониманию, что надо как-то это все рассмотреть, устройство в контексте физических свойств модели времени. И начался поиск исследования модели времени. Самая близкая модель времени была обнаружена концепция времени и антивремени Игоря Таганова. Ну, Вилли Сари это его инвестор был. Вот. То есть Игорь Таганов, вот он, у него есть концепция время и антивремя. И они вывели, научно обосновали вот эту концепцию, очень интересная, хорошая концепция, но у них нет, видите, перехода между этими моделями.
То есть время и антивремя. Геометрия этих времен отсутствует, у них вот этот переход. А мы этот переход находим в устройстве сферали. Опять же, если мы смотрим в плоскости, как мы это все воспринимаем в плоскости, но многое мы мир просто воспринимаем в плоскости, то мы не видим этого перехода. Он для нас не очевиден, этот переход. В лучшем случае мы вот эту вот кривую, винтообразную кривую воспринимаем как спираль. А она даже не спираль, она, у нее виток-то идет в другую сторону. То есть если мы строим какие-то стратегии, какие-то концепции, какое-то планирование на завтрашний день и думаем, что завтра по модели спирали истории все повторится, то здесь-то виток идет совсем в другую сторону. То есть причинно-следственные отношения совсем другие. А Петр Демьянович Успенский, это сподвижник Гурджиева, он в своем произведении «Новая модель Вселенной» пишет: «Великой потоке жизни, который течет из ее истока, неизбежно должны существовать течения, движущие вспять или поперек главного потока, как и в деревьях, есть движение от сока к корням, к листьям, и от листьев к корням. В великом потоке жизни эволюционное течение направлено против общего роста». То есть вот есть общий поток там, цивилизации, общественности, и только единицы. И все равно присутствуют эти единицы, которые идут против этого потока. Куда они идут? К началу всего. Владимир Иванович Вернадский считал, что научная мысль – такое же закономерное, неизбежное, естественное явление, возникшее в ходе эволюционного живого вещества, как человеческий разум. Развивается оно в том же полярном векторе времени и не может не повернуть вспять, не совсем остановиться, тая в себе потенцию развития, фактически безграничного. Мы сегодня с Еленой Дмитриевной разговаривали по поводу полярного вектора времени Вернадского. Существует загадка. Что такое? Вот есть Вернадский оставил против себя такую загадку о полярном векторе времени. И многие ученые гадают, что же это такое полярный вектор времени. А здесь вот мы на сферали показываем. Вот на рисунке представлен поперечный полярный вектор времени. Есть вот эта продольная координата. А в спирали вот этого вот вектора нету, поперечного, полярного. Вот этот поперечный вектор, он есть полярный вектор времени. Мы же рассматриваем порядок следования событий. То есть вот она, загадка, разгадка загадки Вернадского о полярном векторе времени. То есть винтовая кривая поперечная разворачивается в петлю, вспять. И S-образно, пересекая осевой продольный вектор, меняет свою полярность. Зеркально, антисимметрично вьет следующий порядок событий, событийных витков. Самым близким по физике геометрии движения является эффект Дженнибекова. Вдруг переворачивалась на 180 градусов, а затем через несколько секунд переворачивалась вновь. Так она продолжала кувыркаться с постоянной частотой. Причиной этому не могли стать внешние силы или импульсы, никаких воздействий не было. И все же гайка переворачивалась. Очень странный и непонятный феномен. Нет, я только этот пример привожу. То есть вот устройство сфераль помещено в пространство Минковского, и оно, собственно, как бы наглядно показывает этот кувырок. Что же мы делаем? Мы моделируем этот процесс, то есть идем вновь, то есть абсолютно, что же у нас получится из модели. Берем, у меня делается сначала магнит, это ускоренная съемка, моделируется само устройство, 3D модель создается, помещается в него магнит, чтобы показать полярность этого устройства, разнонаправленность витков. Потом, видите, складываются эти элементы, создается такая некая пучность. Пучность, то есть получается две пучности и узел.
двепучности и узел. Увеличиваем протяженность, чтобы понять, ну, как бы следующие витки. Они же антисимметричные, эти витки. Вот. И опять моделируем процесс. Вот. И опять получаем такую некую, некие пучности с узлами. Вот. С торца мы видим цветок жизни. Очень символично. Цветок жизни. Наделяем модель полярностью, чтобы, ну, для наглядности. То есть в чем же она полярна? Где же там разность потенциалов в этой модели? Опять моделируем эту же модель. И видите, получаем, внутри у нас отрицательная, сверху положительная, и как бы наблюдаем полярность. Увеличиваем, удлиняем этот процесс. И вот получаем такую протяженную модельку из пучности и узлов. А с торца мы видим цветок жизни. Очень удивительно. Символично. Ну, я вот не могу это объяснить, но вы, как ученые, можете. Вот, прошу вас, объясните, что это такое. На что-то похоже. Ага. Результат моделирования. То есть вот мы берем первый элемент, сфераль. Вот здесь она представлена в пространстве Минковского. Получаем вот такие вот модели, да, пучности, узлы, цветок жизни. И вот натуральная фотография, цветок жизни у нас внутри кольцевого магнита. Почему-то очень многие удивляются, обнаружив его. Вот. У нас в эксперименте, проведенном Кеннетом Уллером из штата Флорида, Соединенные Штаты Америки, было выявлено явление геометрии цветка жизни внутри кольцевого магнита. На рисунке фотография Кеннета Уллера во время эксперимента с использованием магнитовизора, светового визуализатора индикации магнитного поля. Натуральная фотография. То есть в природе это есть. А с чем это пересекается? Да это пересекается с пульсирующей Вселенной. Нам говорят, вот это вот большой взрыв. Нам говорят, Вселенная расширяется. Мы находимся в состоянии расширяющей Вселенной. А вот мы наблюдаем признаки схлапывания Вселенной, ускорения времени, центростремительное ускорение к нулю. Вот. И сферальный переход в следующую пучность. И моделирование это показывает. И Фридман об этом писал. То есть Фридман пишет в своей книге, что переменный тип Вселенной представляет собой большое разнообразие случаев для этого типа. Возможно, случаи, когда радиус кривизны мира начинается с некоторых значений постоянно возрастать с течением времени. Возможно, далее случаи, когда радиус кривизны меняется периодически, Вселенная сжимается в точку, в ничто. Затем снова возводит радиус свой до некоторого значения. Далее опять уменьшается, ну, схлапывается и так далее. То есть это научная такая гипотеза. Это мы рассмотрели макромир. Подходим к микромиру. Вот мы видим натуральную фотографию ДНК. Все, что мы вот это вот наблюдаем, это все моделирование ДНК. Оно, может быть, и является какой-то спиралью, но начальные материалы нам об этом не говорят. Существует много научной литературы, которая опровергает эту модель. Но тем не менее, строится. Вот мы видим сравнительные модели этой гофры. То есть здесь не очевидно, что это спираль, а может это сфераль. Вот в современности есть вот такое представление о ДНК. То есть это новый вид многоспектрального отображения позволило получить новую визуализацию ДНК.
Правда, она используется в криминалистике, это сравнительная геномика, и много материалов просто закрыто. Вот. А вот эта модель, сферальная модель, она отвечает всем известным характеристикам ДНК: аденин, цитозин, тимин, гуанин. Все комплементарно, все антипараллельно и так далее. То есть сферальная модель времени, сферальная модель ДНК. Время. Сферальная модель времени отвечает свойствам фрактальности. То есть вот показан порядок следования бесконечной последовательности, числовой последовательности, параллельные времена. Вот если мы условно говорим, возьмем вот это человеческое время, а это время общества, а это время государственного тела, да, а это время цивилизации, то есть порядки следования времени. И это что такое? Это какой-то тоже же кристалл, да, наверное, здесь вот вы меня можете поправить, я могу ошибаться, это же фрактальная повторяющаяся модель. И опять же, если мы ее будем вить дальше и смещать по окружности, мы придем к цветку жизни. А именно семантика цветка жизни говорит о жизни. Понимаете? То есть не спираль о жизни, а именно цветок жизни по существу. Это и есть жизнь. В 2014 году был проведен любительский эксперимент с жителем Севастополя Сергеем Качаном по проращиванию семян подсолнечника, пространственно совмещенных с устройством сфераль. То есть это вот инициатива совершенно там постороннего человека. То есть он услышал об этом устройстве сфераль и думает, дай-ка я сделаю эксперимент. И вот сюда он поместил сфераль, а здесь это контрольные чашки. В 2016 году девочка решила повторить, ну, на домашнем уровне любительский эксперимент, да, конечно. Вот она то же самое сделала, сюда она положила сфераль, а это контрольные чашки. Вот. Я заинтересовался сам этим, это же не я проводил, это же мне показывают. И вот в 2016 году провел самостоятельный эксперимент в открытом грунте. Вот три грядки, две контрольных, одна экспериментальная. Эта грядка высажена с устройствами. То есть разбросаны эти устройства, закопаны вместе с семенами, и культура выросла быстрее и обильнее. А в 2019 году мной был повторен эксперимент, но с семенами льна. И вот результат эксперимента. То есть там, где находится устройство, культура возрастает, прорастает быстрее и обильнее. Ну, еще один эксперимент. Вот результат. Учитывая общее мнение членов Московского общества испытателей природы о необходимости дальнейшего исследования вновь выявленных явлений и закономерностей, коллектив Московского общества природы испытателей просит вас поддержать данное направление и включить в план 2021 года исследование по проверке данного явления аграрного ценового фонда, который, по нашему мнению, имеет не только научное, но и практическое значение для коммерциализации производства сельскохозяйственной продукции, что даст дополнительные преференции функциональной и специализированной продукции для населения Российской Федерации, пищевой промышленности. Что же это такое? Какое-то животворящее какое-то воздействие на живые системы. И находим в лингвистике, находим описание этого явления. Это буквица Букова, фита. Это некая спора, фита, здоровье, идти вновь и так далее. То есть мы наблюдаем вот это вот воздействие, то есть описание, оно описано в истории, есть описание это. Обратной стороной
животворения, следует отметить такое явление, как великое обнуление. То есть у нас же, вот мы все слышали про Клауса Шваба, да, про великую перезагрузку, но никто не рассказывает и не показывает нам физику процесса этого, этого явления, этой великой перезагрузки. Вот на эта великая перезагрузка, великое обнуление было озвучено на Всемирном экономическом форуме в 2020 году принцем Великобритании. Это же не какой-то дворник, который вот взял и там что-то ему в голову взбрело. Это люди, которые, ну, несут ответственность за каждое свое слово. Вот. Но нам никто не показывает физику этого процесса. Вот мы делаем намеки о том, что вот у нас есть сферальная модель времени. Если мы ее помещаем в пространство, то мы видим изменение полярности и разнонаправленности порядка следования событий, которые показывают на обнуление. Модель линейного времени. Линейный порядок следования событий. Еще модель спирального времени. Спираль истории. Спиральный порядок следования событий. Обратите внимание, что все витки спирали однонаправлены в одну сторону. Кроме того, витки спирали никогда не пересекают ее ось. Нематериальная ось спирали – это целеполагание, никогда не пересекается с ее материальными витками жизненного пути. От этого образуется понятие «истина всегда где-то рядом». Известно, спирали имеют две направленности – или левую, или правую. А это двоичный код сознания – черное, белое, плохое, хорошее, мир, война. По этому принципу общество и раскачивает, как маятник. Спиральный порядок следования событий – это лишь фрагмент вития времени. Опираясь на этот фрагмент, принимая его за целостную картину, за целостную модель, общество всегда наступает на грабли. Мы расскажем вам о сферальной модели времени или о сферальном порядке следования событий. Он отличается от спирального тем, что витки устройства разнонаправлены и имеют поперечный фазовый переход, иначе говоря, полярный вектор времени Вернадского. Если в спирали корень π – окружность, то в сферали корень φ – переход через середину. Золотая середина, средний путь. Посвященные уже поняли, что речь идет о великом пределе, состоянии тайцзи. Порядок следования событий, иначе говоря, путь, выражается в термине дао. Дао – есть траектория дел, событий, пролегающая в балансе между противоположностью, через точку ноль. Фазовый переход происходит через аннигиляцию, обнуление. Это бесконечные витки развития, развитие, вития, раз. Это витки, витки. Это прогресс и перемен. Вот что это такое. Ну, в школе не учат, как узнать-то ее. Вот красными стрелками, вот этот порядок следования событий, вот, циклично-поступательный. И он нас приводит к центру. Центр – аннигиляция. В известном смысле означает точку ноль. Еще Владимир Ильич Ленин нам говорил, что когда верхи не могут, а низы не хотят, то создается такая ситуация вот этого кувырка, переворота, так это же не желание общества, а это природное физическое явление этого кувырка. То есть если мы стоим на пороге антропологического поворота, как ученые говорят об антропологическом повороте, то это естественное, природное физическое явление этого перехода. Порядок следования событий указывает на переходное состояние через нулевое значение продольной координаты. Для наблюдателя модели с торца мы видим изображение символа «великий предел». А «великий предел» – это цивилизационный код,
это всемирно известная символика китайской философии космогенеза китайского. И она не контрастна, то есть это не инь-янь, это Азия. Америка представлен алфавит коренного населения Америки, индейцев чероки. Вот он их алфавит. Вот мы видим элементы, лингвистические элементы этого символа. Европа, Штетсен, место рождения Екатерины II, символика на замке Екатерины II. Больше нигде такой символики нету. Старая Рязань, ну, наша территория. Вот у нас есть браслет, артефакты. Эти артефакты содержат орнаменты. Орнамент – вот это растение вьюна, это плоскостное восприятие. Но если мы поменяем угол вот этой последовательности, то мы обнаружим опять устройство сферы. Информационное пространство предлагает нам обзор артефактов в фольклоре, указывающим на наследие представления о мироздании. В книге автора Александра Белова «Славянско-гурицкая борьба изначально» детерминация формулы мирового закона в языческом понимании мира представлена в изображениях. Вы видите серебряную пластинку с изображением славянского инь-янь. Указано, что это киевский браслет 12-13 веков из раскопок на Стрелецкой улице. В середине вы видите формулу электромагнитной индукции, ну и трехглавую спираль славянского инь-янь в традиционной культуре русского севера, каргопольская прялка. Так это представлено в изображениях в книге Александра Белова. Нас интересует первое изображение серебряной пластины. В отличие от указания Александром Беловым в книге о браслете, найденном на Стрелецкой улице в Киеве, многочисленные источники указывают на происхождение данного артефакта XIII века из Старой Рязани. Старая Рязань – серебряный браслет, наручный, створчатый, XIII век. Обратите внимание на так называемый славянский инь-янь. На рисунке мы видим некий S-образный плоскостной витой элемент. В греко-римском наследии это меандр, тип ортогонального орнамента, в котором прямые линии и прямые углы складываются в непрерывные ленты. Все это далеко от представления современности привычного нам восточного символа инь-янь, состоящего из замкнутой окружности с внутренним пересечением волновой линии, образуя его в черно-белом контрасте. На этой фотографии мы видим четкое изображение на изделии. Авьюн славянского инь-янь представлен как вертикально, так и горизонтально. Приблизим изображение вьюна, чтобы определить последовательность вития. Итак, мы видим первый внешний, ближний к нам виток, который закрывает собой фрагмент промежуточного S-образного элемента, закрывающего, в свою очередь, фрагмент второго дальнего витка. Очевидно, перед нами протяженный, объемный элемент, выполненный в плоскостном изображении. Возвращаясь к изображениям, к начальным изображениям, с которого мы начали этот ролик, мы оставляем одно из них для сравнения и раскрываем тайну славянского вития. Берем в руки устройство сфераль, и под таким углом мы видим символ «Великий предел», буквицу «Фита» и «Тета». Но стоит нам изменить угол зрения, и мы видим геометрию славянского инь-янь.
на серебряной пластинке с творческого браслета с четкой последовательностью вития элементов. То есть стерилизационный код, он представлен у нас на глазах. То есть, собственно, если мы рассматриваем этот стерилизационный код в качестве модели времени, циклично-поступательной модели времени, то он у нас на глазах всегда был. Только он был в плоскости, а мы поднимаем это в объем. Известно, что современный русский язык, почему мы этого не знаем? Известно, что современный русский язык обеднел с изъятием из него ряда букв, лингвистических элементов. Изъятие из азбуки букв «ять», «хита» и «десятичная» остались в прошлом вместе с инструкциями к их применению. Произошла утрата индивидуальных и коллективных когнитивных способностей, как в самом знании, в том числе и знании понимания времени, так и акте познания понимания времени. Однако существует возможность вернуть в широкий оборот некие знания, вот в частности ту же буквицу, в грамматический оборот вряд ли удастся вернуть, но во всяком случае в виде изделия широкого потребления мы можем это сделать и таким образом воздействовать на бессознательное. Вот. И это бессознательное, оно как-то отреагирует на это явление. То есть у человека, если мы на сегодняшний день в известном уровне техники наблюдаем пружины, они или правые, или левые, таким образом формируется наше сознание, и мы причинно-следственные отношения в своем мышлении выстраиваем или радикально выстраиваем или левые, или правые силы политические, или левые, или правые, то мы будем прекрасно видеть, что у нас существует средний путь, то есть серединное устройство, которое включает в себя и то, и другой виток. Ну, культурный код. То есть цивилизационный код, выраженный в изделиях, в каких-либо изделиях, является культурным кодом. Пожалуйста, то есть механика, обыкновенная механика. То есть вот венчики, патентноспособное решение техническое, новое патентноспособное решение. Венчики для миксера. Мы знаем сегодня эти венчики, мы их крутим, они смешивают только в одну сторону. А здесь при той же затрате энергии мы будем получать результат в два раза больше. Так, в две стороны он будет смешивать. То есть, что мы делаем? Мы сокращаем время, как минимум. То есть фактор времени в два раза. А, ну, та же пружина, да, вот я сегодня об этом упоминал. То есть у нас есть пружины левые и правые. Но в то же время мы знаем устройства, которые включают в себя и левые, и правые пружины, вложенные в друг друга. Так не надо делать два устройства, достаточно сделать одно устройство. А где вы видели, чтобы вы такое устройство, вообще видели ли вы такое устройство? Да нет, его нет, это новизна, это критерий новизны из изобретательского уровня. Есть катушки Тесла. Ну вот, благодарю, Олег. Я специально здесь не говорю про электромагнитные какие-то устройства, про катушки, про модуляцию электромагнитного сигнала. Просто говорю о каких-то примитивных примитивной механике. Вот. То есть на уровне примитивной механики мы видим новизну в технике. Вот. Ну и, соответственно, вот если говорить о возвращении буквицы фита и ставку на бессознательное, ну вот, пожалуйста, можно в качестве устройства бижутерии, галантереи, сувенирных, ювелирных изделий. Вот. Если говорим про какие-то тонкие физические, психические поля, да, которые сейчас пока они считаются антинаучными, но у нас очень большое направление занимает, то вот, пожалуйста, эти же устройства, они влияют на чакры. Сейчас, минуточку. Вот дети наши, мы же дети, они же
они же с детских лет играют пружинками. Вот они, вот аналог пружин игрушек слинки американские. То есть мы сегодня видим, это же опять пружинки. Они или левые, или правые. А если выпустить новую игрушку, новый продукт, новую игрушку для детей, которая будет с торца, ребенок будет видеть, что это цветок жизни. И он будет понимать, что в одном устройстве есть левый и правый виток. То есть он, это не отказ от левого и правого, а это совокупность и левого, и правого, и серединного, средний путь. Ну, учебно-наглядное пособие, может быть, и так далее. Здесь мы говорим о культурном коде. У нас вектор, политический вектор на сегодняшний день – это Китай, Азия. Вот у нас великий предел, символ. И Китай, Азия сейчас ставит цель – это великое единение. Великое единение – это ну, единение. То есть вот физически мы показываем символику от великого, от перехода от великого предела к великому единению. Это просто использование этого устройства. Но культурный код России и Азии, в частности Китая, представлен эволюцией, плоскостного символа «Великий предел», объемным физическим устройством «Сфераль», указывая на зрелость и наставничество России в дружном кругу семьи народов. Большая Евразия – это не абстрактная геополитическая схема, а без всякого преувеличения действительно цивилизационный проект, устремленный в будущее. Думаю, что есть все основания поблагодарить председателя Си Цзиньпиня за его инициативу. Очень своевременная и имеющая хорошие перспективы. Выводы. Представлена физическая модель зеркально-антисимметричного разнонаправленного процесса во вращательном моменте времени, сферальная модель времени. Наглядно, дано наглядное представление о физическом процессе великого обнуления в сферальной модели времени. В части цивилизационного кода представлена общая связь знаков и символов России, Европы, Азии и Америки. В части культурного кода представлен ряд патентоспособных решений в ряде отраслей промышленности, отвечающих критериям новизны и изобретательского уровня. Источники в основном – это вот начальный мой доклад, это выпущенная недавно брошюра. Ну вот я здесь указываю источник, если хотите, сфотографируйте, это по сравнительной геномике, это вот новая визуализация ДНК, многоспектральная. Вот. Благодарю за внимание. Спасибо, Олег. Это вы, пожалуйста. Вопрос. Каким образом будет выход в другую какую-то реальность, если эта сфераль, она все-таки замкнута? Основная модель – это змея, которая кусает свой хвост. Это написано в очень многих исторических документах, в том числе и в Библии в самом начале, что кусает. Как можно выйти за пределы, находясь внутри, за пределы этого тороида? Специально для Илона Маска, дорогие друзья, продолжаем сюжеты для Илона Маска. И даже книга уже напечатана, и сувенирная продукция уже готова. Это модель времени. Подробнее о модели времени читайте в книге «Сфераль времени». Все уже сказали. Слушай, ну я сегодня устал уже. Я застал этот доклад. А ты хотел вопрос задать, интересно. Ну, это, отвечу, конечно, на вопросы. Давайте какие-нибудь спросите. Я просто... Здесь не хочешь, да? Человеку мучить не хочет. Здесь этот, выжатый. Задай вопросы, которые были бы интересны Илону Маску. Hello, hello, dear Elon Musk. The guys want you to give you a present, this device. They think that it will help you to increase there's some more adventure and to increase some devices for better life. Please pay attention. Спасибо.